слушаю. Звонил телефон. Кто говорит? Слон. Откуда? От верблюда. Что вам надо? Шоколада. Для кого? Для сына моего. А много ли прислать? Да пудов это к 5 или 6. 5 или 6? Больше ему не съесть. Он у меня еще маленький. Маленький. А потом позвонил крокодил и со слезами просил. Мой милый, хороший, пришли мне калоши и мне, и жене, и Татоше. На прошлой неделе я вышел 2 пары отличных колош. А где ж тот ты выслал на прошлой неделе? Мы съели, давно уже съели. И ждем, не дождемся, когда же ты снова пришлешь к нашему ужину, дюжину. А? Новых и сладких Thank you.
Ударила, живого ежа. И такой удивительный случай. Ёж оказался в колюче. А потом позвонил медведь. Да как начал реветь. Погодите, медведь, не ревите. Объясните, чего вы хотите? А он только му да му. А к чему, почему, не пойму. Повесьте, пожалуйста, трубку. И такая дребедень целый день. Динь-ди-лень, динь-ди-лень, динь-ди-лень. То тюлень позвонит, то олень. Вот.